Театральная аллея разрастается. Артисты Ивановского драматического высадили еще один саженец. На этот раз куст черемухи. Растение по давней традиции театралов будет цвести в честь юбиляров. В этом году 75-летний юбилей отмечают сразу два артиста – Галина и Виктор Лобачевы. Театральная чета служит в Ивановском храме Мельпомены больше 45 лет. В этом году у них еще один праздник – золотая свадьба. Черемуха стала пятым по счету именным деревом. Высаженные ранее саженцы чувствуют себя прекрасно. Лет через 10 аллея рядом с театром зацветет пышным цветом.